Всем доброго дня! Сегодня готовлю самое любимое лакомство взрослых и детей. Это сливочное мороженое с вафельными коржами. Мороженое получается нежным, вкусным, готовится за считанные минуты. И понадобится всего два основных ингредиента. Это сливки, молоко сгущенное, вареное и вафельные коржи. Приступая к приготовлению, я заранее охладила емкость для взбивания и венчики миксера. В емкость сливаю хорошо охлажденные сливки и взбиваю их сначала на низкой скорости миксера до образования воздушных пузырьков. Затем скорость взбивания увеличиваю и продолжаю взбивать до мягких и воздушных пиков. Полученная масса не должна стекать с венчиков или лопатки. Такой результат я добилась приблизительно через 5 минут взбивания. В взбитые сливки добавляю сгущенное молоко и продолжаю взбивать около минуты до соединения ингредиентов сливочной массы. А если мороженое только для взрослых, можно еще добавить и немного капель алкоголя, коньяка или ликера. Я заранее подготовила форму с вынимающимся дном. Она у меня диаметром 23 см. Бортики формы выложила ацетатной пленкой. Ее можно заменить на плотный фольгу, чтобы было легче извлечь готовое мороженое из формы. На дно формы кладу вафельный корж. На него выкладываю всю сливочную массу и слегка ее разравниваю. Сверху на массу выкладываю второй вафельный корж, слегка пальцами его прижимаю. Теперь остается самое сложное – дождаться готового результата. Накрываю форму пищевой пленкой и ставлю в морозильную камеру для охлаждения на несколько часов или можно оставить на ночь. Готовое мороженое извлекаю из формы. Нарезаю на порционные кусочки и можно подавать десерт. Нежное сливочное мороженое готово. Спасибо, что были со мной. Приготовьте такое мороженое и угостите лакомством родных и друзей. По желанию при подаче его можно полить карамелью, сиропом, растопленным шоколадом и посыпать измельченными орехами и шоколадной стружкой. Выбирайте то, что вам больше нравится. Благодарю всех за просмотр и поддержку. Делитесь своим мнением в комментариях, а я всегда рада общению с вами. И до новых вкусных встреч! Готовьте с хорошим настроением, и у вас обязательно все получится.